Шалом, Рина. Шалом, Раб Давид. Как ваши дела? Как прошел Пурим? Очень весело, как обычно. Здорово. Мы были в Большой хоральной синагоге в Москве. Очень хорошая программа была. Весело. Я очень счастлива, что побывала на этом мероприятии. Пурим – любимый праздник. Здорово. Теперь у нас подготовка к Песаху скоро Да. начинается. Да, все это понимают. Правда, Вет, у меня к вам вопрос. Все мы знаем, что у человека есть мазаль, есть знак зодиака и определенный набор качеств характера. Вопрос, как раскрыть эти качества? Смотрите, когда мы говорим про характер человека, то нужно знать, что есть очень много составляющих характера. Вы сейчас говорите про мазаль, например, человек родился в месяц Тишрей, да, или в месяц Хишван, или в месяц Нисан, да, про мазаль, который относится к его месяцу. Но есть у человека еще в течение жизни он набирает много привычек. И у царя Соломона есть такая притча. Полез Маагаль Раглейха, Вехоль Драхейха и Хону. Выпрями пути твоих ног, то есть следи за своими поступками, и тогда все твои пути будут верными. Так обычно переводят, но если так это прочесть, то нет особого никакого хидуша. То есть это понятная вещь. Очень понятно, что если человек следит за своими поступками, то у него будут пути его будут правильными. А объясняет Гаон Мивильна, что имеется в виду следующее. У человека есть две природы. Есть природа от рождения, то есть зависимость от знака зодиака, от месяца, от которого он родился. А есть вторая природа, это его привычки, которые он приобрел сначала в семье. Он воспринимает вещи от родителей, от старших братьев и сестер, потом в школе, потом где-то в компании, в обществе, в котором он находится, в стране, в которой он живет, в армии, в которой он служит. Очень много у человека появляется разных привычек. Мы Как говорим про... хороших, так и дурных. Да, мы говорим про привычки, связанные со здоровьем, там, знаете, курить, не курить, во сколько вставать, делать ли там зарядку. Да, это связано с, как он общается с людьми, как он соблюдает режим, да, привычка учиться, или, да, развиваться. То есть много разных привычек, отношение к деньгам, отношение к себе, отношение к людям. Так вот, говорит царь Соломон, полез Магаль Драхейха, то есть выпрями. Пелис – это выпрямитель. Это то, что с помощью него можно проверить, или стол прямой или нет. Кладется такой прибор и смотрит, да, или поверхность прямая или нет. Магаль – это окружность. Раглейха – это регель, это ноги. И на иврите регель и эргель – одно и то же корень. То есть привычка. Это означает, что человека ноги уже туда ведут сами. А почему окружность полез? Выпрями окружность твоих ног. Что такое окружность? Окружность – это аллегория на то, что все идет по кругу. Это привычки. Мы знаем, что в природе все так устроено, что мы видим, что все круглое. Всевышний делает планеты круглые, и все крутится, да, по оси. Да. И капли, вода, она круглая, и она тоже все со временем омывает и делает круглым. А человек все делает прямым. Столы, стулья, шкафы, мебель человек делает прямым, потому что мы идем по какому-то пути, у нас есть путь. Так вот, царь Соломон сравнивает привычки человека, это окружности, то есть он все время по кругу живет по своим привычкам. Утром встал, там, не знаю, попил кофе, покурил, пошел на работу, сделал, и все он делает по привычке. Так вот, эти привычки, они влияют очень на его характер. И говорит царь Соломон, что если ты выпрямишь
эти привычки, проверишь свои привычки, направишь их в нужную сторону, тогда характер, который тебе дан от природы, данные твоего зодиака, а ты сможешь тогда их нормально раскрыть. Угу. Так все-таки качество характера от каких данных зодиака формируется? Смотрите, есть, во-первых, месяц, когда человек родился. Это главная характеристика, это месяц. Потом день в этом месяце. Например, если человек родился 15-го Тишрея, Тишрея – это весы. 15-го Тишрея – это ярко выраженные весы. Это прямо вот середина месяца. Если человек родился в начале Тишрея, то у него это только начинается, это мозаль. Еще есть связь с прошлым мозалем, прошлого месяца. Качество если человек, прошлого знака. Да, тоже есть связь с качеством прошлого знака. Если человек родился в конце месяца, то у него более слабая это мозаль, но у него еще также есть связь с будущим месяцем, с мозалью будущего месяца тоже. Теперь, зависит также от дня недели, когда человек родился. Допустим, да. Днем решен, шини, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. От этого тоже зависит его качество. Даже зависит от времени в сутках, когда человек родился. Утром, днем, вечером, ночью. Это тоже зависит от его характера. Правда, ведь я понимаю, как месяц, день, час. Ну, как день недели может повлиять? Что тут такого? День недели? Смотрите, есть в трактате, вообще, в принципе, все эти вещи написаны в трактате «Шаббат». Там объясняется подробно про мазаль, про месяца и про дни, дни в месяц, про дни недели, и также про часы в течение суток. Так, на 156-й странице трактата «Шаббат» там описано каждый день недели, когда человек родился, в какой день недели, какие задатки у него есть. Например, человек, который родился в Йом-Ришон, воскресенье. Мы знаем, что в первый день творения Йом-Ришон было создано Берешит. Барай-Луким – это Шамай Метар. Было создано небо и земля. И весь потенциал, который потом в слове Берешит, весь потенциал, который потом раскроется в течение недели. Поэтому написано в Талмуде, что человек, который родился в воскресенье, у него ярко выражены лидерские качества. Но опять же, все зависит от привычек. Если у него, допустим, есть плохие какие-то привычки, там, воровать, и, там, не знаю, как, там, жить на широкую ногу, любые какие-то плохие привычки, то он может стать лидером какой-то не той партии, какой-то банды, да, не знаю, какой-то группы, группировки и так далее. То есть свои лидерские данные, да, он сможет раскрыть только хорошую сторону, только если у него правильные привычки. Понедельник написано, Йом-Шини, понедельник. Поскольку в этот день разделились воды, небосвода и моря, и морей, то и в этот день написано, был создан махлокет, спор. То человек, рожденный в Йом-Шини, в понедельник, у него склонность к спорам, доказывать кому-то что-то, отстаивать свою точку зрения. Он может быть судьей, он может быть адвокатом, прокурором. Да? Но если у него будут плохие привычки, он может там, нервничать, ругаться, спорить и быть склочным человеком. Да, неправильно использовать свое качество. Да, во вторник, Йом Шлиши. Написано, человек, который родился в Йом Шлиши, у него есть такой потенциал большой разбогатеть, быть богатым. Почему? Потому что в этот день были созданы растения, травы, цветы, деревья. И написано, что поскольку они быстро очень размножаются, не просто пропитание, они очень быстро размножаются. Деревья, зелень, все быстро распространяется, размножается. У него тоже есть потенциал быстро разбогатеть. Но если, опять же, какие у него привычки, какое у него отношение к деньгам. Если он привык играть в казино, тратить деньги, вкладывать необдуманно в разные вещи, тогда у него это все пойдет в нехорошую сторону. В Йом-Риви в среду
Написано в Талмуде, человек, который родился в среду, в Йом-Реви, были созданы светила. Солнце, звезды, луна и склонность у этого человека к знаниям и быть светлым, красивым, светлым. Да, и опять же, ну, что написано, хитура ор, учение свет. И поэтому у человека есть склонность быть умным и склонность к знаниям. Легко дается, да. И понимание хорошее. Но опять же, свою эту красоту и эти знания человек тоже может от привычек, как он это все потратит, на что он это направит. В пятый день в Хамиши были созданы рыбы и птицы, и вот в пятый день человек, который родился в четверг, у него склонность к хесуду, делать другим добрые дела, потому что ему это с легкостью дается. Легко поймать рыбу и легко поделиться. Да. Тот, кто родился в пятницу, в Йом-Шиши, в шестой день творения, написано, что поскольку это день, когда идет подготовка к шаббату, делается много очень мицвот, там человек покупки, накрывает на стол, готовит шабатные трапезы. Да, Уборка, да. То у человека есть склонность к заповедям, делать много мицвот. Да. Но опять же, если у человека неправильные привычки, то он будет делать не много мицвот, а много каких-то других вещей, не связанных. Если его не приучить с детства к Торе и заповедям, то этот потенциал делать много разных действий, он будет делать не в мицвот, а в других каких-то вещах. Противоположно. Да. Да. И даже не обязательно в противоположных, даже, может быть, в нейтральных, но никак не связанных с заповедями. Угу. Да, и вот в шаббат, человек, который написано, родился в шаббат, это святой день, Йом-Кадош, у него есть тяга, потенциал большой к святости. Поэтому у него есть ощущение, там, где есть какие-то вещи, связанные с святостью, Бет-Кнессет, синагога, Бет-Мидраш, какие-то дни особенные, у него есть к этому особая тяга, святость. Но если человека не приучить, опять же, с детства, не дать ему правильные привычки, то он будет тянуться к разной мистике, к разной черной магии, к разным кабале, к разным вещам, которые вообще никак не связаны с нашей святостью, с еврейской. Потребность. Нашей если потребность, но не видит выхода. Да, он свой потенциал будет выражать в других вещах. Тоже. Поэтому то же самое разделение на часы там в Талмуде. И, то есть очень много данных, которые формируют наш характер от знака зодиака. Но при этом, говорит царь Соломон, что самое главное – это следить не за этими данными, а следить за привычками, которые мы нажили, да, в течение нашей жизни, направлять их, исправлять их. Потому что если будем следить за нашими привычками, они будут в правильном русле, тогда автоматически мы сможем наши данные при рождении выразить в нужную, в правильную сторону. Потому что тяга к святости, допустим, человек родился в шаббат, у него есть уже тяга к святости, она уже есть. Если человека приучить правильным вещам, тогда она раскроется и так правильно. Если, допустим, человека приучить правильному отношению к деньгам и приоритеты ценностей, тогда, если он родился во вторник, он будет богатеть, то он будет правильно относиться к деньгам и правильно их направлять, распределять тоже. Тратить на верные вещи. Это то, что нам желаю всем работать нашими привычками. И в принципе, вот мы сейчас идем к Песоху. А что такое Песох? Выход из рабства. Это тоже из рабства своего яцерара, дурного начала, из рабства своих привычек. Да, взглянуть более свеже, более правильно на нашу жизнь. И тогда мы сможем раскрыть свой потенциал в полной мере. Очень интересная тема, уважаемый Давид. Огромное спасибо за ответ. Жду еще вопросов.